Салям алейкум, хайрлах, шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Ахшам». В студии работаю я, Гульсум Халилова. Гость нашей студии – это капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах. Здравствуйте. Салам алейкум. Алейкум салям. Начнем мы нашу беседу с вами с такого информационного сообщения. С 1 июля в Николаевской, Херсонской и Одесской областях начались ежегодные украинско-американские учения «Сибриз». К учениям привлекли более 1000 солдат и офицеров не только Украины и Соединенных Штатов Америки, но и стран-партнеров. Также в учениях принимают участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 военных из разных стран мира. В ответ Россия направила свои корабли для контроля учений, организованными Украиной и НАТО «Сибриз-2019». В частности, Российская Федерация выставила для контроля и наблюдения судно «Касимов» и сторожевой корабль «Пытливый». Также для дежурства были задействованы самолеты морской авиации Российской Федерации. Для слежения за российскими судами в акватории Черного моря уже вошел французский корабль радиоэлектронной разведки Североатлантического альянса. Ну, для начала, да, для чего нужны вообще учения «Сибриз», кто кому и к чему учит? Ну, это уже довольно-таки такие традиционные учения, они происходят много лет. Mm-hmm. Обычно это были небольшие учения. Там отрабатывались разные сценарии, которые могут произойти и в море. В основном они были не агрессивные военные, не как там мы деремся с кем-то, а по спасению людей, по борьбе с пиратством, по тому, что, чтобы если что-то произошло в море, какой-то катастрофы или инцидент. Но сегодня, как вы уже сказали, 19 стран НАТО плюс Украина, это 20 стран, участвуют в этом, и это явно участвуют, показывая, что российская агрессия, одна страна, не пройдет. Показывается это потому, что, опять же, сегодня в современном мире ведения войны одна страна это не может делать. Это только коалиции. Одна страна у нас только участвует, это Иран, Северная Корея, Сирия, ну и сегодня Россия. Изолирована тоже, без союзников. Ну, в Северной Корее вроде как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается наладить какие-то отношения, и даже переступил демаркационную линию и вступил на территорию Северной Кореи. Поэтому остается ли она еще врагом для США? Ну, врагом это одно, а союзником это другое. Она и до сих пор, конечно, оппонент, но до союзника США еще далеко. А вот союзники США сегодня или союзники Украины сегодня находятся как раз в Черноморском бассейне. Ну вот про Северную Корею и внешнюю политику Трампа мы еще об этом поговорим чуть позже. Что касается «Сибриз», вот вы только что сказали, что раньше это были учения, которые отрабатывали там помощь и так далее. А вот сейчас эти учения как-то в другом русле прогрессировали? То есть какие операции проводятся? Благодаря... То есть это наступательные, оборонительные, что это? Благодаря... А, так упомянуть, первоначально, когда были организованы «Сибриз», было рассмотрено, что их будут проводить в Крыму, потому что украинский флот находился в Крыму. Но чтобы не раздражать Россию, было очень много спора, и это перевели. Как видите, не помогло. Да? Сегодня «Сибриз», опять же, ответить на ваш вопрос, благодаря Владимиру Владимировичу Путину, спасибо вам за это, Россия заблокировала, и как вы сказали, там стоят корабли, заблокировали тот отсек моря Черноморского, где должны были проходить учения. В часть учений это маневры. А почему спасибо-то? Потому что теперь мы будем проводить еще и маневры. Угу. Потому что теперь нам надо поменять локацию этих учений, и это приведет к маневрам этих кораблей и учений, что для подготовки военных, для военных действий очень хорошо, потому что во время войны может случиться все, что угодно, не все идет по плану. И вот это как раз сбило с плана, Россия сбила план, думая, что она нам вредит. Она нам в этом смысле, наоборот, помогает. Mm-hmm. Точно так же, как и сплотила Украину, когда на Донбассе поднялся патриотизм, много было позитивного с политической точки зрения. Да, люди погибали, это ужасно, и территория потеряна, но страна сплотилась в этот момент.
Вот что касается Российской Федерации, на фоне масштабных украино-американских учений корабли Черноморского флота России проводят сейчас боевую подготовку в акватории Черного моря. Как сообщил в пресс-службе российского мирного проводного, в учениях задействовано порядка 10 кораблей флота. Будем надеяться, экипажи отрабатывают элементы совместного плавания и боевого маневрирования. Почему вообще Российская Федерация так реагирует? Будем надеяться, что никаких из этих кораблей не загорится или не будет пожара, и не потопят что-то, и люди не погибнут. Да, как это у нас традиционно уже случается. То расстреливают журналистов во время маневров, то что-то у нас падает. Угу. Наши же самолеты, то или сбиваем их. В общем, традиционно что-то происходит. Поэтому будем надеяться, что пройдет гладко. Но как вы думаете, что вот с этими своими действиями, ответным присутствием и ответными учениями в акватории Черного моря пытаются показать русские? Это агония и импотенция. Это когда ты больше ничего сделать больше не можешь, кроме как помешать. Или кроме как сорвать урок и кричать на учительницу, которая старая и опытная и знает, как наказать плохого мальчишку в классе, который пытается сорвать ей урок. Не сорвет. Вот смотрите, она таких видела тысячи. Председатель президиума офицеров России, герой России генерал-майор Сергей Липовый. Хорошая фамилия, да. Комментируя учение НАТО «Сибриз-2019» в Черном море, заявил, цитирую: «Идет сознательная милитаризация в Черном море со стороны НАТО. Об этом нужно говорить не только внутри страны, но и на международных площадках, в той же ПАСЕ, раз мы там снова присутствуем. Необходимо ставить этот вопрос постоянно. Надо дать четко и ясно понять натовскому командованию, что любые провокационные действия будут иметь адекватный ответ со стороны Черноморского флота РФ». Да. Вот адекватный ответ со стороны Российской Федерации, это что имеется в виду? Вот господину Липовому отвечу так. Если бы вы не занимались тем, вы занимаетесь с 2008 года, нападая на Грузию, потом на Украину, то НАТО бы уже давным-давно развалилось. Но благодаря вам и вашим действиям НАТО становится и набирает силу. Противостоять натовским странам, одной России, тем более в Черноморском бассейне, который окружен всеми натовскими странами, это довольно-таки бравада много на себя генерал берет. Ну вот смотрите, мы же видели, что Российская Федерация, вне зависимости от присутствия натовских кораблей в акватории Черного моря, проявляла открытую военную агрессию. В данном случае это было как раз-таки в свободной, в буферной зоне акватории Черного моря против украинских военных кораблей. Вот в случае, если будет снова такая провокация, НАТО готово дать ответный отпор уже Российской Федерации? Ну я думаю, что если мы там присутствуем, то да, я не думаю, что Россия пойдет на это будет довольно-таки глупо. Во-первых, очень слишком много свидетелей, которые участвуют сейчас в Черноморском бассейне, которые скажут, ну вы тогда совсем уже с ума сошли, и это будет провокация. Я не думаю, что так поступят. Я думаю, что они просто будут стоять и наблюдать. Скажите, а могут ли не только во время учений, но вообще, в принципе, в акватории Черного моря находиться натовские корабли для сдерживания Российской Федерации? Я думаю, что да. Мы никогда не знаем, чего от нее ожидать, да. Или же в Азовском море. Да, конечно, могут. И я думаю, что они и есть, и находятся там. Потому что все понимают, что от России можно ожидать что угодно. И честно сказать, я думаю, что они не контролируют ситуацию. И даже на нападение на украинских моряков и кораблей в Азовском море, в проливе, не думаю, что было спущено с Кремля, такой приказ был. Я думаю, это какой-то местный. Я, опять же, я не люблю спекулировать на этих вещах, но я себе не представляю, что командование разработало такой план, потому что он идиотский, и теперь не знают, что с ним делать. Эти моряки, они что, они нарушители гражданские или они военные, тогда их надо судить по военным трибуналам, их надо держать как военнопленных, или они гражданские, которые нарушили границу. А на сегодняшний день весь мир воспринимает их только как заложников. Поэтому я не думаю, что это было решение штаба. Я думаю, что это какой-то генерал или адмирал, который сказал, а ну давайте их прогоним отсюда, а ну не проходить там. Или
с, ну, вы знаете, как иногда возможно, это не было запланировано, решения. Но возможно ли, что это уже после того, что случилось, действительно контролировалось Кремлем? Ну, это потом, да, конечно, да. Потом это взялось, потому что это скандал на весь мир, это скандал на весь морской мир. Среди моряков, но мы так не поступаем. Я уже говорил это много раз в разных эфирах, что ну, не тараним мы друг друга. Ну вот смотрите, если действительно это коснулось весь морской мир, да, и есть даже решение Международного морского трибунала, да, согласно которому, и причем это, я напомню, что это промежуточное еще решение, все еще впереди по Керченскому проливу, но согласно промежуточному решению, они Международный суд обязывает Российскую Федерацию освободить украинских военнопленных моряков, весь мир признает их военнопленными, и корабли, да, да, Россия, к сожалению, не признает. Но Россия не признает никакие международные решения. Безусловно. Поэтому их присутствие в ПАСЕ ничего не значит. О ПАСЕ, да, мы еще поговорим, но Российская Федерация не выполнила решение Международного трибунала. Она много каких решений не выполнила? Мы понимаем, да, что нет никакой международной армии, международной полиции, которая бы заставила бы Российскую Федерацию выполнить это решение. Но как тогда действовать в данном случае цивилизованному миру? Как заставить Россию? Я думаю, что так как мы заставляем пока, да, санкции и изоляция России. Но санкции пока не заставили никакого требования. Ну, мы увидим, потому что, как вы видите, что то, что происходит в России, вот то, что даже пожарно-ядерной подводной лодки, ядерной подводной лодки, это показатель санкций, это показатель развала, это показатель, что не контролируется ситуация. Потому что какой-то резинки нет или еще чего-то нет. Вот был как фильм про Чернобыль, да? Там же показано было, почему и Советский Союз был не изолирован от всего мира, но все равно, так как они не могли иметь все, что имелось на Западе, у них происходит. Поэтому на сегодняшний день я думаю, что мы не боимся мощи российской военщины или российских вооруженных сил. Мы боимся, что они опять натворят какую-то беду. Или ядерная подводная лодка утонет и заразит весь океан, или взорвется что-то, или еще что-то из-за того, что они изолированы, но они пытаются гнаться. И если вы помните, Советский Союз развалился частью от того, что они проиграли гонку вооружений. Они просто не смогли ее выиграть. А России, конечно, намного меньше сил, чем у Советского Союза. И намного больше оппонентов, чем у Советского Союза. Вот что касается тех кораблях, да, которые вы упомянули, чтобы наши зрители понимали, о чем мы говорим. 1 июля в России погибли 14 моряков-подводников. ЧП произошло на секретной атомной подлодке Северного флота Российской Федерации. Официальное сообщение звучит так. Происшествие случилось на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который относится к Северному флоту ВМС РФ. Минобороны РФ не уточнили, о каком именно аппарате идет речь. По сообщению ряда СМИ речь может идти об атомной подводной лодке, бывшей носителем глубоководной станции первого ранга АЭС-12 проекта, известной под названием «Лошарик». «Лошарик», да. Это тоже интересное название, правда? Да. Это после мультфильма. СМИ также говорили что-то касательно какой-то гостайны, связанной но с этой подлодкой. Любая подводная лодка, это секретное, это такое секретное оружие. Я просто уже в СМИ много говорили о этой подводной лодке. Конечно, многие не верят, что это там загорелись аккумуляторы, пожар начался из-за этого, потому что это элементарно. Как часто вы видите, что машины загораются из-за аккумулятора, на которых мы ездим? Уж на подводной ядерной атомной подводной лодке, я думаю, должны были какие-то быть. Я не знаю, что они делали или для чего она существовала. Могу только сказать то, что я слышал. Единственное, что я точно знаю, это то, что они не смогли погасить пожар на этой подводной лодке. И это, конечно, смертельно, когда такое происходит на подводных лодках. Но очень много говорят сейчас везде в СМИ, что погибло 15 или 14, там, или 17, кто что говорит. Элиты подводников, там это были капитаны первого ранга, два героя России. Это как команда космонавтов, посадить их всех в один самолет, и самолет упал, и вы остались без космонавтов. Это примерно так же. Это элита подводного флота России. Все почему-то оказались на этой подводной лодке и погибли, и загорелся пожар. Я уверен, что будет много конспиративных сейчас идей, там, закулисного правительства,
Может быть, это объявят крымских татар виноватых в этом, я не знаю. Но найдут какую-то причину. Но вот я просто хочу спросить, или такой вопрос риторический. Вы понимаете, сколько такая подводная лодка стоит? Сколько миллиардов эта подводная лодка стоит? И говорят о гибели 15 моряков. Конечно, в нашем морском братстве это всегда плохо, когда моряки гибнут. Но вы понимаете, за сумму этой подводной лодки, сколько в России людей не получило лекарства от рака? Сколько детей в детдомах не получили то, что они должны? Сколько больниц не получилось? Сколько дорог не построено? Сколько людей, сколько стариков умерло раньше, ветеранов своего времени, потому что у них нет денег? Угу. А вот на это деньги есть. И эта подводная лодка, насколько я понимаю, была диверсионная. Она существовала для того, чтобы, допустим, на таких глубинах, это огромные глубины, разрезать кабель там интернетовский, отрезать людей от интернета, разрушать систему нашу слежения за подводными лодками, хотя я не верю, что они могли это сделать. Это, в принципе, лодка была для террористических актов. И вот в России что вы защищаете, я не могу понять. За что? Вот эту отличную медицину, которая у вас там есть, или свободу слова? Или что вы там защищаете? Или высокий уровень жизни, который у вас там находится? Против кого вы собираетесь воевать вот этой подводной лодкой? Ну и, конечно, это показатель, опять же, боеготовности, когда постоянно в России случается. Если бы это случилось у нас, не дай бог, такой инцидент, я вас уверяю, министр обороны бы подал в отставку, главнокомандующий флота подал бы в отставку. Но я могу с вами сегодня поспорить, что господин Шойгу останется на своем посту. Мы с вами даже не будем спорить на эту тему, это и так понятно. Делегация Эстонии на сессии парламентской ассамблеи намерена поднять вопрос о милитаризации России Черного и Азовского морей и Крыма, сообщили в пресс-службе парламента республики. Как заявил член делегации эстонского парламента, бывший командующий силами обороны Эстонии Йоханн Скарт, он планирует поднять вопрос конфликта Восточной Украины и вопрос милитаризации России в регионах Черного моря, Азовского моря и Крыма. Вот последний вопрос. Вопрос касательно Черного, Азовского и милитаризации этих регионов. Вот как вы думаете, чем это сегодня чревато для Украины и для мировой безопасности? Ну, смотрите, во-первых, я не знаю ни одной цивилизованной страны, которая из резорта, из курортного города, из курортного острова, будь то Багамас, то будь то Барбадос, будь то Карибские острова, будь это в Испании, в Италии, в Греции, сделали бы из него военную базу. Крым – это прекраснейшее место на Земле, одно из самых прекраснейших мест на Земле. Я помню, там, когда я там был, насколько там было красиво. Сделать из него военную базу – это ненормально. Просто ненормально. А то же самое я пару недель тому назад был. Мы говорим о России. Да, мы говорим о России. Поэтому это уже показывает, до какой степени, до какого уровня упала Россия в своем понятии быть частью глобального общества, быть частью мировой общины. То же самое, я был недавно в Бердянске, на Азовском море. Красивейшее место, очень красивое море, хорошая вода. Очень отличные курортные места могли бы сделать и создать, и со всего мира, я думаю, бы туда люди ездили. Точно так же, как и в Крым бы ездили. Но так как Россия милитаризирует весь этот регион, не блокирует постоянно, конечно, там ничего развивать нельзя. Кому это выгодно? Никому. И в России в первую очередь. Угу. Поэтому, если вы хотите от меня услышать какой-то рационал или какую-то логику, что Россия делает, я ее не вижу. А чем кроме это того, что для мировой безопасности? Ну, я уже говорил, что для мировой безопасности, потому что Россия начинает гнаться, она начинает выпускать некачественное оружие, особенно ядерное, что может произойти еще один Чернобыль или еще что-то хуже. Ну вот смотрите, недавно в Осаке прошел саммит G20, в рамках которого президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встречался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и после встречи сказал, что была достаточно хорошая беседа и даже назвал его great guy, прекрасный парень. После этого
И до этого, да, мы говорили о том, что Дональд Трамп, когда была ситуация в Керченском проливе, заявлял, что больше никогда не встретится с Путиным, пока ситуация не разрешилась. Но, как мы видим, риторика как-то резко изменилась. Почему? Как вы думаете? Я думаю... И почему он так гиперпозитивно начал отзываться о Путине? Я не помню, чтобы Трамп сказал, что он никогда с ним не встретится, потому что наоборот, я всегда слышал, что Трамп говорит, я буду встречаться с кем угодно, с лидером Ирана, с дьяволом, если надо, я буду встречаться и договариваться. Я уточню, извините, когда произошел конфликт в Керченском проливе, в 2018 году, 11 декабря, Дональд Трамп в своем твиттере написал, пока не будут освобождены украинские военно-пленные моряки, я не буду встречаться с Владимиром Путиным. Ситуация могла измениться. Ситуация могла измениться по многим причинам. Опять же, во-первых, не паникуйте. Great guy можно перевести по-разному. Ваш брат, журналисты, они это крутят и вертят по-разному. У Трампа вообще мимика есть такая. И он говорит, да, не вмешивайся больше в мои выборы. Он тоже это сказал. Это человек не политик и не дипломат. Он бизнесмен, у него очень много сарказма. И, может быть, это не к месту ему делать, как президенту, но он таков. И надо смотреть за его действиями, а не то, что он говорит. Если бы он сказал, «Hey, Владимир, hi, how you doing? How are you?» Вы бы, я не вас лично, а ваш брат, журналист, особенно левый, перевел бы, «Трамп очень заинтересован, как дела у Путина». И Трамп ночами не спит, думает, а как же у Владимира там все-таки дела, как он живет, потому что он сказал «Hi, how are you?». Это в американской, тут есть трансляция, а есть интерпретация. И когда нужно политикам или левым СМИ, они это транслируют в одном, но интерпретация совершенно другая. Как вы интерпретировали встречу? Потому что Трамп очень часто говорит, hey, he's a great guy, he's great. Потом он говорит, он идиот, он придурок, я с ним не буду говорить. Потом он говорит, нет, у нас все с ним в порядке. Вы знаете, есть такая манера у многих людей так общаться и так договариваться, потому что ты не знаешь, сегодня он теплый или холодный. Товарищ Сталин награждал, я помню, орденом Ленина. И для многих, вот если бы он сегодня это сделал, да, он бы наградил орденом Ленина Ким Чен Уна, то все бы сказали, вот он придурок этот, пышечка из Северной Кореи, он угрожает ядерным оружием, а товарищ Сталин его наградил орденом Ленина. А мы бы с вами как это перевели бы? Те люди, которые знают товарища Сталина, мы бы сказали, следующее дело расстрел. Потому что товарищ Сталин перед расстрелом обычно награждал орденом Ленина. Поэтому санкции Трамп интерпретация, во-первых, санкции Трамп не может снять с Путина. Он отдал это право, он отдал эту козырную карту нашему Конгрессу. И поэтому у него нету этого в его колоде, этой карты, чтобы снять санкции с Путина. Но точно так же он очень жестко говорит и с Меркель, он точно насчет Северного потока, он точно так же с Макроном говорит жестко, а с этими он говорит мягко, но мы должны смотреть, что он будет делать. И после саммита он поехал куда? Он поехал в Южную Корею и пришел в Северную Корею. Он сегодня, я знаю, что украинцам это очень обидно. Но поймите, Украина для Америки, она номер 47. Вы, украинцы, тоже не сидите и не думайте, как же там в Зимбабве? А вы знаете, что в Уганде сейчас происходит? Там тоже идут убийства, и там берут заложников. Нет, вы не волнуйтесь, потому что у вас это, к сожалению, Украина не приоритет в политике Соединенных Штатов. Штаты Америки выступали гарантом защиты территориальной целостности Украины. Это не совсем гарантом. И правильно сейчас говорить, что Украина на 47-м месте? Нет, но это такая политика, это такая жизнь. Трамп заинтересован в урегулировании ситуации в Украине? Конечно. Я считаю, что да. Он заинтересован, чтобы каким-то образом приструнить Россию и не дать Путину совсем сходить с ума и взорвать весь мир. Конечно, он в этом заинтересован. Но у него сегодняшний день есть другие приоритеты, как Китай, как Иран, как Северная Корея, как Венесуэла, которая у нас, в нашем огороде. Украина не в нашем огороде. Вы помните, что мы на другом континенте. Европа, вы в огороде Европы. И Европа приняла Россию обратно в пассе, не Соединенные Штаты.
Поэтому тут тоже надо иметь понимание, что у нас в Соединенных Штатах есть и латинос, которые переживают, что происходит в Южной Америке. У нас на границе проблемы. У нас много чернокожих, которые переживают, что происходит в Африке, китайцев. Ну, я поняла, вопрос приоритета. Но еще... Я знаю, что это обидно для украинцев, но это такова жизнь. Это... И еще один вопрос, у нас буквально 30 секунд до завершения нашего эфира. Встречался Трамп также с президентом Турции Реджеп Тайпом Эрдоганом и после встречи сказал следующее. Слушаем. Мы имеем сложную ситуацию, потому что господину Эрдогану не разрешили приобрести Патриот, и он купил С-400. Так нельзя действовать, это нехорошо. Здесь нет вины Эрдогана. Ну и теперь вы можете купить Патриот. Ну вот смотрите, по логике Трампа в данном случае во всем виноват Обама. Эрдоган совершенно не виноват, то, что он покупает зенитно-ракетные комплексы у Российской Федерации. Вот как вы думаете, и верите ли в то, что если Эрдоган будет, Америка ей будет продавать Патриот, то что она откажется от С-400? Не знаю, вы знаете, что я не люблю спекулировать, и я не всевидящий, но я знаю то, что да, отношения между Турцией и Соединенными Штатами были испорчены при Обаме, при его администрации. Поэтому и закупки, и договоры с Россией АС-400, это было при Обаме. На сегодняшний день Обама никто. Он никакого влияния не имеет. Эрдоган имеет. Поэтому Трампу сегодня надо будет заниматься с Эрдоганом, а не с Обамой. Поэтому он говорит, да, может быть, это не твоя вина. Он им говорит, это не твоя вина, поэтому откажись от этого, покупай наши. Может быть, мы тебе даже продадим их дешевле, чем... Я не знаю, что он будет делать, но это явно не то, что представляется, что Трамп хочет дружить и обожает всех этих людоедов в мире. Это был Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США, гость нашей студии. Спасибо.